Всем привет, с вами Фанди. И сегодня мы будем играть просто с другом. Слава. Возможно, не будет говорить, возможно, будет. Я не знаю. Так, сегодня будем играть просто пара столкновения. И смотрите, что у меня есть. О, три боксика. Как я обещал вроде. Я обещал три боксика этих. Возможно, я здесь обещал. Ну, блин. Возможно, здесь. Возможно, здесь. Уж не помню, но аудио вот это. Я открою только примерно где-то в середине видео. То есть, когда мы сыграем на карточку. Хорошо, подписчики. Начинаем играть. Тукс. Начинаем думать. Мы только что в роборубку играли, поэтому я прям забыл переключить. Так, вообще не знаю, здесь прям заходит. Вот здесь норм. Да, вот две банки эти. И Жен там, пока его самое интересное. То есть он мой друга. Вот так вот убил, медведя заспаунил. У нас что-то стало 6 банок. Кактус застанет меня. Эй, Прима, выходи на равный бой с медведем. Он медведь убил. Эй, Прима убил медведь. Ай, больно бьет. Ты, кажется, без... Ты Прима? А, хотела. А, с роботом. О, привет. Хочешь подраться? На кулаках. Точнее, на гвоздях. Пам-пам-пам. О, чё, Джеки, что ты такой смайлик отправляешь? Я сегодня занял мид. И всё. Всего лишь. Человек больше не Джеки. Мид. Неужели их робот убьют? Спасибо за три банки. Я поезжаю в отель. О. Нужна хилка. Вспомни. Держи хилку. Сейчас я иду на центр. Занимать мид. Так сказать. Как на... Парни банки. Медведем. Собираю банки. Изи. Это было легко. И сейчас, как я вам обещал, я открою эти три боксика. Если у них, конечно, ничего не выпадет, потому что это самый везучий аккаунт в мире. Да? Сначала обычный ящик. Два предмета. Потом большой ящик. Три предмета. И дай угадаю, мегаящик 5 предметов. Я угадал. Ну и большое открытие получилось. Да? Это все как обещал. И мы будем сыграем еще 2 карточки. Так. Я немножко эмоциями с другом поделился. Они, конечно же, очень добрые. И я вовсе не обиделся, что мне со таких ящичков ничего не выпало. Да. Я вовсе не обиделся. На самую лучшую компанию. Фу. Я смог выжить. Лосинку поставить. Сейчас сам похилюсь. Кстати, зато быстро убивать робота, заметил? И робот быстро убивает меня. Надо как-нибудь мид занять, да? Занимаю мид.
Стейкс. О, здорово, пещерный Фрэнк. Так. Робот. Ура, мы убитым Дэйдова угрожены. Ветер соло загасил. Фактически соло. Робота. Надо шелю как-нибудь. Беги, беги. Отходим. Что, может, ближе? О, примчик. Иди ко мне, лапочка. Пусть дебанки. Плюс ли банки? Здорово, если надоевый древний ворон. О, привет! Ну все, так. Ну что, еще последнюю карточку. Потому что я не делаю такие короткие видосики. 6 минут. Они слишком короткие. Как ты хочешь. Ты выйдешь или... Здесь со мной последнюю карточку на видео сыграешь. Ну, с тобой. Давай. Ну, просто я не делаю 6-минутное видео. Вот я делаю там по 10 минуточек. Ну, просто, типа, 6 минут. Маловато. Очень, очень мало. Ну, согласитесь, 6 минут очень мало. Много видосики подольше. Да, я вообще по 10 часов. Ну, да. Например, Бараш говорит, бе 24 часа подряд. Да? Ну, спасибо за баночку. Ауч! Он воробушек. Убей! Это она пришла. Вот как заговорил сразу. Вот, я кинул крестик. Вот еще как и надо. Плохая идея. А это Дэйли. Много баночек. Неплохая новость. Ауч! Я тебе говорил. Ну, семи, уже 8-минутный видосик. Нормально. Ну, последний. Давай последний, потому что я все равно делаю 8-минутный видос. Я думаю, карточка получится довольно длинная, и что есть. А не дотянет до 10 минут. Пусть я не делаю такие короткие видео. Вот я делаю хотя бы, чтобы, ну, немножко подлиннее. Что ли. Да. Ну, конечно, одно 40-минутное видео, да, получилось. Плохая идея. Такое, как бы, никогда не. Я тебя подожду. Забирай банку. Ну, сейчас опять что-то спайку, да? Возможно, не убьем. Он чё, ты ульт не убил? А Би за ним гонится. Банада. Да это же еба... Ой, вы это не слышали. Ну, уже 10 минут. Типа. Нормально. Ну да, немножко посливали кубки. Ну, я думаю, ничего страшного. Поднялась. Да. Кстати, 15 кубков стало недавно. Ладно. Всем пока.